Всем привет, друзья, с вами Маломадрас. Вместе с обновлением 0.9 в PUBG Mobile, а точнее чуть позднее, чем оно вышло в игре, появилась хэллоуинская атрибутика. Тыковки там, конфетки, ночной режим на Ирангере и новые кейсы, из которых падают вонючие футболки и колготки вместо хэллоуинских вещей. Но есть одна довольно интересная штука. Это превращать врагов в пугало. Настоящее такое пугало со злой тыквой вместо головы, которая светится в темноте. Такое пугало остается вместо игрока после его смерти, заменяя ящик с лутом, к которому мы так привыкли. Это, пожалуй, самое годное хэллоуинское нововведение из всего, что добавили. Многие зрители на стримах на втором канале, а также в комментариях спрашивают, каким же образом я превращаю врагов в пугало. На самом деле все очень просто, и здесь нет никакой тайны и загадки. Сейчас я все расскажу, но сначала хочу сказать спасибо ребятам, которые приняли участие в съемке начальной заставки к этому видео, которое вы сейчас видите. Спасибо вам, ребята, получилось круто. Кстати, чтобы участвовать в подобных съемках, нужно подписаться на мой паблик ВК и мой дискорд сервер. Когда я собираю людей, я пишу именно туда. Ну а теперь, собственно, к сути. Если мы зайдем в ежедневные события в PUBG Mobile, то увидим задания, которые необходимо выполнять, а в награду нам дадут тыквы. Где-то тыкву сдают за вход в игру, где-то за попадание по вам конфетами на стартовом острове, и в итоге эти тыковки вы можете менять на призы. Но нас интересует именно АКМ, точнее скин на АКМ с жутким названием «Адское пламя». Стоит он аж целых 20 тыковок и дается всего лишь на 7 дней. Но это того стоит. Вы сами видели, что он делает, и как по мне, это очень круто. Главное, когда получите скин, не забудьте поставить его в инвентаре. Кстати, в последнем обновлении кейсов, да, именно тех, которые открывал недавно на прошлом видео, если не смотрели, ссылочку я оставлю в описании. Появился такой же АКМ «Адское пламя», только что-то мне подсказывает, что если его выбить, будет он не на время. Не знаю, обладает ли он постоянной способностью превращения противников в пугало, мне он не выпал, к сожалению, поэтому проверить это я не могу. Ну и собственно все, рецепт я рассказал, давайте теперь испытаем наш новый коллаж в полевых условиях на ночной карте. Поехали. Ну что, ребята, полетели на контейнере. Я решил сразу же упасть на контейнера. Попалась ночная карта, это очень хорошо. Так, сейчас бы на оружие найти, конечно. Хотелось бы АКМчик свой найти. Упал я на контейнера против сквадов, потому что так интереснее. Вон уже чувак, нужно бежать отсюда. Нужно бежать отсюда, пушку надо. Так, ладно. Первая задача — найти оружие, потому что я не хочу откиснуть как лошара. На, юмпик, ну ладно. Для начала, знаете, для начала я буду отбиваться всем, чем только можно. Мне по барабану, АКМ это или не АКМ. Нам нужно выжить. Такс. Тихо. Вон он, собака. Не, я не пойду его убивать. Нам нужно выжить и уже потом искать себе АКМчик. Так, что тут у нас? Тихо. Я слышал. Тут топает близко. Жесть, там уже мясо началось просто кровавое. Так. О, смотрите, побежал. Еще у меня тут где-то под боком чувак есть. Слушайте, может быть, вписаться в драку, а? О, стреляют, смотрите, погнали, впишемся просто. Впишемся в замес. Оп, привет. Так, тихо, не надо, я думаю, забирать. Я хотел, конечно, сначала поджать его себе, но, блин, не обязательно открываться, да, что мы здесь находим. Тихо. Так, дымы пошли. Во, сзади кто-то еще работает. Выходим. О, лутается, что ли, или что это? А, он своего поднять хотел, смотрите. Он хотел своего поднять. Не получилось, да, у тебя? Не получилось. Ну-ка. О, привет. Привет, чувак. Здорово. Так, здесь я выйду? Нет, здесь я не выйду. Блин, капец, это что за подстава-то такая? Так, ладно, стойте. Все хорошо. Блин, одни тупики, что за лабиринт? Вон, смотрите. Эй, привет, мистер. Не попал, ну все, я спалился только зря. Ой, жесть, ребят, мне кажется, что мне жопа. Вот почему-то мне кажется. Хорош, здравствуйте. Фух, мисс кликнул аж от перепуга. Так, я... еще кто-то ходит, слышите? Тихо. Это кто у нас? Давайте патроны заберем. У меня патронов мало очень. Никого. Я слышу, что ты ходишь здесь. Это интересно, чей дружок-то? Фу. А, жесть, ребята. Я... А калаш-то будет у меня сегодня, я не знаю, или как? Во-во, привет! Ай-яй-яй-яй-яй! Хорош! Добрал турка.
Еще один бегает здесь, наглый какой-то. Смотрите, бегает, что-то не палится. О! Здорово. Фух. Это, наверное, бот был все-таки, ребятки. Фу, это был, наверное, бот. Я уж перепугался. О, ПНВшу мне принесли. Ой, молодцы какие. Неплохо, неплохо, ребята, красавчики. Надо найти АКМ, ребята. Надо обязательно найти АКМ. Вот он, вот он, вот захотел АКМ. Сразу получай АКМ. Ништяк, ништяк. Наконец-то мы можем его потестить. Вон, смотрите, как раз-то кто-то работает. Это боты, что ли? Привет. Оп, оп. Оп. Да умри ты уже, а. Ну сколько можно? Прыгает он там. Не, его нокнули, смотрите. Раз. Собака. Ой, хорошо. Видите, в чате, кстати, появилась надпись, то, что я убил другого на таком огненном фоне. Это вот делает этот калашик, это очень классно. Смотрите, какой милашка просто. Ой, второй сразу же. Два брата-акробата, смотрите, стоят. Вот это прикольно. Да, классно сделали разработчики, причем... Когда убиваешь, еще разлетаются летучие мышки. Это очень забавно сделано. Мне очень понравилось. Классно, классно замутили. Отлично, мы уже двоих пугал сделали на карте. Ой-ой-ой, смотрите, 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 смотрите. Эй, граждане! Ай, зажим царский, еще! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, блин, хоть одного бы цепанул, ну. Капец, по ним тоже кто-то стрелял, кстати, с другой стороны. Никого не цепанул, представляете, не прошил, ну ладно. Так, ребятки, смотрите, оттуда кто-то тоже побежал, надо поработать по нему. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Блин, я не попадаю за железяки, представляете? Я не попадаю за железяки, капец. Давайте тачку сныкаем. Кстати, там еще одна тачка есть, если что. Блин, надо было ее тоже спрятать, ну ладно. Ну-ка, ну-ка. Где ты? О, походу к нему на помощь едет. Смотри, это его дружбан, что ли, едет или что? Да ладно, в натуре. В натуре это его дружбан. Смотрите, выбегает. Давай. Ай, попал, хорош, хорош. Ай, ну собаки уедут, да? Ай, капец, ну блин. Ух ты, елки, смотрите, они просто в воду поплыли. В воду упали на машине, офигеть. Надо ехать добирать быстрее. Они там пока будут друг друга поднимать там. Я их как раз уработаю. Во-во-во, тихо-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 тихо. Не-не, надо ехать, ребятки. Зона сейчас идет, она далеко, нужно ехать, потому что вот в таких перестрелках обычно все подыхают. Я их подожду прямо здесь, потому что там оставалась еще одна машина, свою не утопили. Я уже их стою, жду, зона уже идет, но я не знаю... Не знаю, есть ли в этом смысл. Но по-любому должны уж, наверное, поехать. А где они еще поедут, кроме как здесь? Только здесь могут поехать. Вон они! Эй, давай, 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 давай! А, хорош, цепанул. Одного, одного цепанул. Ништяк. Второй, смотрите, уехал просто. Просто бросил своего маленького дружка. Ну, капец твоему другу, чувак. Сейчас будет обряд превращения в пугало просто. Где ты там? Во, здорово. Здорово, мистер. Привет. Ой, какой красавчик, вороны полетели там, или летучие мыши, кайфово, вообще неплохо, мне нравится. Блин, очень классно все это сделано. Такс. А где тот? Все, уехал что ли получается? Уехал и бросил своего друга, даже не попытался как-то засейвить его, ну капец. Вот это вот тиммейты, да? Нормально, нормально, чё. Тихо-тихо! Воу-воу-воу-воу, дядька, стой! Подожди! Подожди, дам свинца! Ай, блин, не поп... Ну, я попал, точнее. Не, я попал, но не убил никого. Ладно, ребята. Короче, уже темнеет. Пипец, 7 фрагов, лютый замес. И все это дело еще сопровождается ночью. Смотрите, вот начинает темнеть. Залутаем его. Неплохой парень, неплохой. Да, хорошо полутались, молодцы. Просто красавцы, патронов миллиард принесли мне. Ой, ой, как приятно. Погнали в зону, потому что зона далеко, 2,5 километра. Воу-воу, как за зоной, да как светит, да, этот набор прибор ночного видения очень сильно слепит. Кайфово. Ну, мы с музычкой, все как надо, да, едем такие, хоп-хоп, за зонкой. Все отлично, все ништяк. Как же красиво ночью все-таки, просто замечательно. Мне так нравится, я вот играю в ночной карте и думаю об одном только. То, что ночь постоянно, она короткая, блин. Здесь, наверное, от всей катки... Ночь нам от силы, блин, процентов 20, наверное. Даже 10, наверное. Просто одна зона целиковая и половиночка следующей. Все.
Ну, мало времени реально дают. На мосту засели ребятушки. Так, у нас сейчас... О! Прокричали хейтеры. Вот, блин, реально быстро все произошло. Все, вырубился наш ПНВшник. Смотри! Ай, зажал кривовато, конечно. Все. Собака, все, потеряли его. Потеряли пацана, да? Оп. Окей. Интересно, он там? Не-не. Блин, надо еще, может, прокинуть, я думаю. Да уж. Еще справа кто-то работает. Не, ну тут, конечно, неудобно. Блин, как я его не заметил-то, представляете? Вот только ПНВшка кончилась, он прям передо мной бежал. Дымы туда пошли, надо туда кинуть гранатку. О, да, ребята, это жестко. Оп. Не, нифига. Оп, клиент, здорово. Оп, хоп, хоп. А что ты встал-то? Хорош, я вырубил. Окей, давайте его с калаша доберем. Так, переставлять быстрее, быстрее. Давай, да, пугало. Хочу пугало сделать из тебя. Дружок, смотрите, бежит, пытается что-то. Ты что, дурак, что ли? Уходи оттуда. Хорош. А, блин, ну отсюда не видно пугало, жалко. Зато его дружка видно, он хорошо, смотрите. Бежит такой беспалевый. По нему еще работает кто-то, бедный. Капец, с калаша одиночками. Как вообще стрелять, блин? Он не попадает и все, хоть обкакайся. Не хочет попадать. Ну и где он? Где-то там, я видел. Смотрите, ползает, что ли? Да, ползает. Блин, ну я... Да вообще не попадает, смотрите, вообще не попадает. Не залетает ничего в него. Капец, что происходит? На, дружок, зато, привет. Капец, все, сам докис, ясно. Вообще, калаш просто не шьет. Блин, машина, ребята, слышите? Надо в зону забежать по-любому. Они сейчас становятся коцанные, наверное, битые. Это те ребята с моста, скорее всего, приехали. Сейчас будут лечиться, да, мужики? Окей, хорошо. Жесть. Да, это, ребятки, конечно, весело. Жалко, что ночь не такая долгая, чтобы можно было превращать этих пацанов в тыковок. Давайте взорвем машину. Оп. Но там не оказалось. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Хорош шить-то, сударь. За камнем, да, сидит? Интересно, он один? А, да, попал, конечно, я попал в замес. Попал. Давайте переставим прицельчики. Вот все, может, калаш, ну его вообще нафиг? Или оставим пока что? Давай побежим. Ой-ой-ой-ой-ой. О, не поп... даже не стали стрелять. В смысле, может... Может, ушел уже оттуда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, на тебе по башке, хорош, хорош, нокнул. Ой, справа еще какой-то чувак, откуда ты стрелял-то? Ай, капец, надо запуститься. Я что-то не понял, откуда он, конечно, шьет. Блин, нет, не тут, что ли? Блин, а куда? Давай вниз побежим, просто пофигу вообще. Попадет, попадет, не попадет, да пошел нафиг. Смотрите, не, дымы пошли, пошел своего поднимать. Ну, правильно. Я зато как раз в зонку пока пробегу. Вообще, будет ништяк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Собака. Бесит меня, где ты вообще? Ой. Вот не видно и все, может он в зеленке бегает. Так. О-о, смотрите! Нет, не попал. Где ты, собачка? О! Здорово, бро! Минус один, хорош. А это, блин, это ползающий друг, что ли, его был? Капец! Ай, хедшотом, прикиньте, попал хедшотом. Ну ладно. Ну что, ребятки, целью моего видео было научить вас, как превращать своих врагов в пугало. Я вам это рассказал, я надеюсь, что для вас это видео оказалось полезным. И зарабатывайте тыковки, покупайте себе этот скин на калаш на 7 дней и развлекайтесь в полную мощь. Я еще раз скажу то, что для меня лично в Хэллоуине это самое, наверное, интересное нововведение с этими вот пугалами. А как считаете вы, пишите обязательно в комментарии. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому ролику, подписываться на второй канал для стримов, а также на мой ВК, Дискорд, Инстаграм и так далее. Потому что там бывает часто
информация, которой на канале нет. Ну и в общем, ребятки, будем с вами прощаться. С вами был, как всегда, Маломадрес. Увидимся в новом видео.